Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал Находки Манили. Сегодня у нас на обзоре очень интересная монета. Это монета 15 копеек 1967 года, приуроченная к дате 50 лет советской власти. Это юбилейная монетка. Так, кроме этих 15 копеек, в этой серии вышли также еще монеты номиналом 10, 20, 50 копеек и 1 рубль с изображением Владимира Ильича Ленина. Монеты этой серии отчеканены для обращения в обычном качестве. Они особой ценности не имеют. Есть монеты, были и в этой серии, которые были начеканены в улучшенном качестве. Они были в специальных наборах. Цена этих монет стоит намного дороже, чем в обычном качестве. Тираж монеты 50 миллионов экземпляров, из которых 250 тысяч штук было в улучшенном качестве. Материал медно-никелевый сплав. Диаметр монеты 19,56 миллиметра. Толщина монеты 1,6 миллиметра. Вес 3,4 грамма. Гурт рубчатый. Очень интересный дизайн у данной монеты. На аверсе под гербом СССР обозначен номинал 15 копеек. На реверсе изображен монумент советской эпохи, рабочий и колхозница, слева от которого в две строки дата 1917 и 1967 год. Стоимость данной монеты на сегодняшний день составляет до 10 гривен в зависимости от состояния. Все, друзья, вот такой сегодня краткий обзорчик на данную монету. Всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик. И не пропускайте следующее видео. Всем пока!